Слово предоставляется министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Марине Владимировне Горбатюк. От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства. От себя лично с большим удовольствием поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Хочу сказать, что вы в прямом смысле несете тепло людям. Вы делаете их жизнь уютной, комфортной. От вас зависит работа учреждений образования, здравоохранения. От вас зависит практически, наверное, жизнь городов и целой страны. И это не просто громкие слова, это действительно так. И хочу сказать огромное спасибо за вашу самоотверженность, за ваше трудолюбие, за то, что вы живете предприятием, что вы болеете им. Мы знаем, что график очень напряженный, очень много работы у Марины Владимировны. Но тем не менее, наш министр нашел время, приехал поздравить весь наш коллектив. Поэтому с праздничком вас. Приказ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. От 16 марта 2018 года, номер 133А. В связи с профессиональным праздником, Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, приказываю за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие отрасли наградить грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Облещенко Анатолия Даниловича. Thank you.
активную профсоюзную работу в жизни нашего коллектива объявляется благодарность Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Ковека Валерию Михайловичу, председателя цехового комитета района тепловых сетей «Промэнергоузел». Объявляется благодарность Ибраимовой Эльвире Эриджеповне, председателю цехкома службы наладки. Почетной грамотой Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения награждается Ковлагин Виктор Васильевич, председатель правкома филиала КУБРК «Крымтеплокоммунэнерго» города Ялты. Слово предоставляется министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Марине Владимировне Горбатюк. Знаете, это здорово, когда столько награжденных. Это значит, труд ваш замечен, труд оценен. К сожалению, сфера жилищно-коммунального хозяйства, она та сфера, которая всегда у людей на виду, и та сфера, где всегда больше всего жалоб, да? То недотоп, то перетоп, и каждый день кто-то чем-то недоволен. Но я хочу сказать, что в каждом дне, в каждой минуте прожитой, во всем ваш труд. Еще раз огромное спасибо за труд. Я уверена, что таким дружным, сплоченным коллективом вы будете шагать и дальше. И хочу сказать огромное спасибо за ту явку, которую вы обеспечили на избирательных участках. Крымтеплокоммунэнерго 97 с лишним процентов явка была. Поэтому еще раз с праздником огромное спасибо. Тепла и уюта вашим семьям. Действительно, чтобы самое теплое предприятие, и у вас в семьях было всегда тепло, уютно и комфорт. С праздником! Слово предоставляется генеральному директору. Всем огромное спасибо. Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Здоровья вам, тепла и добра. Спасибо вам, Марина Владимировна, что вы нашли время. Целый час уделили нам. Для нас это... Не говорят, вот я вчера беседовали мы с правкомом. Правком сказал, что это впервые за время существования Крымтеплокоммунэнерго министр жилищно-коммунального хозяйства присутствует на таком мероприятии. Огромное вам спасибо и поклон. Вашему дому.